Предложение об обучении поступило еще на кастинге. На тот момент я уже созрела, я уже искала варианты. То есть мне очень хотелось еще с самой школы быть телеведущей. Рано или поздно это все равно все проходит, потому что жизнь продолжается. И когда она еще и наложилась на вторую мечту, это путешествовать, это радоваться жизни, чувствовать свободу, определенный драйв жизни, испытывать положительные эмоции, дарить их другим людям. Конечно же, я с удовольствием откликнулась на предложение Николая. В Фейсбуке, по-моему, оно пришло. И вовремя попавшая птица в руку оказалась для меня вполне успешным походом на кастинг, а затем уже участием в данном тренинге. Самое ценное, что я открыла на этом обучении, это какую-то неизвестную доселе мне часть меня. И в дальнейшем мне бы хотелось принять участие в передаче, поделиться той информацией, которая мне интересна, которую я хочу рассказать зрителям, поехать вместе с вами в путешествие. Друзья, давайте любить верблюдов! Верблюды – это самое лучшее, что есть на нашей планете. Ура! Я увидела, ВКонтакте я долго не захожу, но тут вот как что-то меня подвело к этому. Я зашла на страницу к моему замдекану и увидела, собственно, что проводится такой проект. Зашла, я долго думала, позвонила Николаю, спросила, выдают ли сертификат, и это меня замотивировало пойти на курсы. Биология. А из курса биологии я помню, как под микроскопом на уроках мы что-то разбираем. Я решила, что нужно попробовать себя в съемке видеосюжетов, фильмов о путешествиях. И я сама сняла недавно такой фильм, и понимая, что я еще очень мало знаю в этой сфере, я решила прийти, чтобы поучиться, чтобы стать профессионалом в этой сфере. Друзья, это алюминий! Это алюминиевая ложка! У кого-то из девчонок я на страничке увидел информацию о курсе, зашел, тут же позвонил через 15 минут и через полчаса принял решение идти на курс. Мужчина – это человек. Самое ценное для меня – это раскрытие каких-то своих внутренних, может быть, даже талантов, ну, как минимум, потенциала. Я поняла, что я могу гораздо больше, чем я раньше думала. Основное – это мечтать. Конечно же, прилагать к этому еще и усилия к осуществлению мечты своей. Быть открытым к информации, как в моем случае. Сложно всем раскрепоститься, почувствовать себя свободными. И вот именно здесь дают возможность быть самим собой, вот открыть свои какие-то скрытые таланты. Вот это самое ценное. И теперь я уже буду более уверена, я уже буду не бояться на презентации где-то вот чувствовать себя свободной. Очень понравилось занятие по режиссуре, очень понравилось информация, как можно выстраивать кадры, как прорисовывать их, и как понимать, как с помощью простых коротеньких кадров доносить основную идею. Вот для меня это было откровением, что это оказалось так просто. Я эти слова слышал много раз, но я не знал, как это делается. Здесь я этому научился. Мне, конечно же, очень понравился настрой, на действительно открытость информации, которую дает Михаил, на свободу, которую чувствуешь, на возможность раскрытия, возможность реализации. Мне понравилась открытая душевная атмосфера. Очень приятно со всеми работать, очень здорово и весело. На самом деле я как оператор видеосъемками занимаюсь много лет, уже больше 10 лет в дайвинге и в парапланах. Но все, что я делал, это было такое хоум-видео, не хватало системы. На первом же занятии я понял, что здесь как раз вот этих недостающих знаний дадут. Следующему потоку я хочу пожелать раскрепоститься, принять все эти знания, которые будут к ним приходить посредством всех педагогов, которые будут принимать участие в следующем обучении. Мечтать, не останавливаться на достигнутом, применять полученные знания на практике и реализовывать себя в полной мере, насколько это возможно. Самое главное, не откладывайте в долгий ящик то, что вы получаете на курсах. Обязательно примените это. Снимите видео, поучаствуйте, потренируйтесь в ораторском мастерстве, и это пригодится в жизни. Позволить себе мечтать скорее так, потому что путешествовать, наверное, мечтают все, но многие не могут себе позволить об этом помечтать, хотя хотели бы. Тем, кто будет учиться дальше, я бы хотела пожелать открывать для себя что-то новое и
притворять свои мечты в жизнь, потому что жизнь многогранна, и нужно многое успеть попробовать. Это так здорово.